Глава Химок Дмитрий Волошин провел прием жителей микрорайона Сходня. Больше всего вопросов было по услугам ЖКХ, озеленению района, благоустройству дворов, транспортной доступности социальных объектов. Решить последний вопрос на прием пришли сразу несколько жительниц, даже с детьми. Пока маленькие были заняты просмотром мультфильма, взрослые решали важную проблему. Рассказали главе округа, к школе на улице Микояна не проложена транспортная ветка, так что детям приходится несколько километров идти до учебного заведения по лесной дороге, а местами и по обочине автомагистрали. Мы сейчас тут работаем на территории. В любом случае у меня стоит один из вопросов – это пересмотреть маршрутную сеть внутри. Может быть, там меньше пустить транспорт, маршрут. Второе, можно ли какое-то сообщение построить тротуар действительно за пределами дороги. Встреча прошла в школе на Первомайской улице. Там глава ведет прием сходненцев. Обратиться к Дмитрию Волошину со своими проблемами может каждый. Узнать следующую дату приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.